Привет, народ, с вами Варчик, и в этом видео с вами хочу поговорить на такую тему, а нужны ли вообще в этой игре ЛБЗ. И если первый ЛБЗ это был какой-то первый шаг на пути к убиванию нормального геймплея в рандоме, то вторые ЛБЗ сделали еще один целый прыжок, еще глубже в эту сторону, и в рандоме начинает твориться полный бред. Вообще непонятно, что происходит. На первой минуте в тебя влетает ЛТшка, тараном умирает, и потом какие-то еще психи на тяжах в кустах сидят, какие-то там по три арты каждый бой, и в целом вообще просто какой-то бред, ничего не понятно, каждый занят каким-то своим делом. До победы никому нет дела, и все занимаются выполнением своего задания. Все, полная бредятина. Вообще ничего не понятно, что происходит, но в целом немного потихоньку оно утрясается. Если первые ЛБЗ дали такой вот толчок, мы как-то его еще пережили. Потом еще подкинули нам измененную арту. Это был еще один толчок к изменениям в боях. Потом еще подкинули ЛТ 10 уровня, еще нам подкинули толчок к психанутым боям. И каждый такой вот шажок, тот же самый XVM в бою, тоже делает небольшой шаг к упоротым боям. И уже если посчитать вот эти вот каждые вот шажочки на пути к психанутым неадекватным боям, их уже столько в игре сделано, что просто капец. Но с другой стороны, без всего этого якобы скучно играть. Каждый из этих сверхшагов на пути к плохим боям делает игру более разнообразной и интересной. Но с другой стороны, почему нельзя сделать каждый из этих шагов более продуманный и не такой вот бездумный, чтобы все было более четко продумано, как это будет сказываться на самом геймплее и на боях. Поскольку, допустим, ввели ЛБЗ 2.0. В целом, задания мне очень сильно понравились. Там есть задание, допустим, сделать фраги не из своей коалиции. Хорошо, тебе нужно добивать фраги. Дополнительное задание, допустим, 3000 урона. Ты делаешь там 3 фрага, из которых 2 не по своим. И, в принципе, у тебя уже есть 2 фрага, ты еще набиваешь 3000 урона, и твои 2 фрага умножаются, и получается 4 после боя. И это очень интересно, 2 задания в одном бою сразу делать. Это, в принципе, очень прикольно. Но есть такие ЛБЗ, которые они не поддерживают интерес к игре и к выполнению задания. Они просто делают твой бой дебильным, я по-другому не могу сказать. Что за ЛБЗ нанести урон тараном? Хорошо, вроде бы неплохое ЛБЗ, но... А почему нельзя сделать было нанести урон тараном не в первые несколько минут? Почему нельзя было сделать так? У них же есть ЛБЗ, допустим, нанести урон в первые 3 минуты боя, и там таймер сверху идет. Типа, за эти 3 минуты боя твой урон засчитывается в ЛБЗ, потом нет. Почему нельзя сделать тот же самый таймер, но только после нескольких минут твой таран будет засчитываться? Получается, ЛБЗ тараном выполняется так. Берешь ЛТшку, на первой минуте просто по центру едешь к врагам, врезаешься, умираешь, выходишь с боя, садишься на другую ЛТшку, делаешь то же самое и все. Так если бы это ЛБЗ еще надо было один раз выполнить, так его там еще надо 7 или 10 раз выполнить. То есть тебе надо раз 10 просто слить бои на первой минуте, поехать врезаться. Казалось бы, тебя никто не заставляет так играть, но когда ты выполняешь задание, ты хочешь его побыстрее выполнить, правильно? И даже если ты стараешься в боях, потеешь, если тебе надо будет выполнить ЛБЗ, и ты знаешь, что ты его выполнишь, но бой уже такой себе, ты поедешь просто и сольешься ради ЛБЗ. Хотя можно было еще продолжать и тащить. А вот это вот ЛБЗ пробить 8 раз в первые 3 минуты боя. Это что вообще такое? Я из-за этого ЛБЗ
реально несколько раз упоролся и тупо слился, но выполнил ЛБЗ. Оно просто дурацкое, это ЛБЗ. Да, меня никто не заставляет, типа, сливаться и упарываться. Ну вот у меня горит этот таймер, у меня идет просто кровь с глаз, пена со рта. Все, я сейчас упарюсь, выполню ЛБЗ, да и пофиг, что я сейчас сольюсь. Хотя, с другой стороны, я мог бы с каждым ЛБЗ помуздыкаться намного дольше, не сливать бои, и при этом, при всем, я мог бы еще и ЛБЗ выполнить. Но мне понадобилось бы в несколько раз больше боев, чтобы выполнить одно ЛБЗ. А если я буду упарываться, я все равно что-то постреляю, что-то поубиваю, еще ЛБЗ выполню. Но зато я сольюсь, и что там будет дальше с боем, в принципе, мне уже не сильно волнует. Почему такие ЛБЗ нельзя было продумать более глубоко? И это только те ЛБЗ, которые мне встретились. Я на первый танк прошел только две ветки ЛБЗ, осталось еще две. То есть половину ЛБЗ я уже прошел, и я уже встретил некоторые задания, которые, ну, они вообще, они не нужны. Либо их нужно переделывать, либо они не нужны. Они заставляют тебя сливаться. И из-за таких вот нескольких заданий, которые надо выполнять раз по 10, в рандоме творится полный бред. Плюс еще почти все ЛБЗ можно выполнять на арте. А если ты не выполняешь некоторые ЛБЗ на арте, тебе понадобится в 2-3 раза больше времени, чтобы его выполнить. Да и в целом мы почти все ЛБЗ можно на арте спокойно делать. Разве что кроме натанковать и кроме насветить. На мой взгляд, ЛБЗ нужны, но нужно их делать так, чтобы они не портили бои. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. С вами был Варчик, играть красиво, пока.